Вот решил такой снять сюжет на нашей набережной реки Леску, как чайки там летают и что-то увидели, хотят схватить. Вот она, группа чаек. Смотрите, все летят, летят. Вот. Какая красота. Что же они там увидели-то? Их кто там кормит, что ли? Сейчас подойдем ближе и увидим. Вот они. О, какая красота. Вот они. Вот сели на... Сейчас мы подойдем, попробуем снять их поближе. Они сели на перила. Вот. Вот. Кричат что-то. Вот. О. Вот такой сюжет будет у нас. Сейчас мы подойдем ближе. Конечно, они улетят. Вот они. Вот. Раз. Вот. Вот, полетели, полетели, полетели. Полетели, полетели. Вот, полетели. Вот, сели на волну, на воду и кричат. Смотрите, это вот этот нырок, вот рыбу глотает. О, вот смотрите, смотрите, они хотят у нее, у него отобрать это. Смотрите, а он держит в зубах. Я думаю, видно это. Ой, в этом, в клюве держит рыбку. Поймал и не отпускает. Они кружатся над ним. Вот такая вот длинная у нас получилась история. Они, оказывается, там увидели вот этого, как говорится, черный. Вот я не знаю, как это называется, кто знает, эта птица. Она ныряет очень здорово. Когда я на рыбалке хожу, она всегда вот. Еще сели. Целая стайка. Смотрите. Вот. Оп, оп, оп. Улетает. Оп. Сейчас будет проходить мимо мужчина, и они улетят. Все. Всем хорошего воскресенья. Пока-пока.